Лейка побежала, даже мне заснять себя не дала. Рванула. Не знаю, помнишь, не знаю, помнишь, не помню. Ой, посмотри-ка, какой мухоморище здоровый. Прямо огромный мухомор. А, да, тут уточка взлетела, я когда выходила. Опионочки такие молоденькие, стоят хорошенькие. Она в капельках растает. Сидит, ждет добычу. Когда к нему тут кто-нибудь попадется. Свирелька подняла. Настраивается. Солнце, постой, чтобы он со мной остался. А, дай, чтобы он со мной остался. Иди сюда. Иди, иди, иди сюда. Иди, иди, молодец, молодец. Иди сюда. А ты-то уходи. Молодец, молодец, молодец. Молодец. Ты пойдешь вперед, нет? Зачем? Собака, в особенности охотничья, одна из разумнейших животных в природе. Поэтому истинному охотнику всегда доставляет радость воспитывать своего четвероногого друга. Сделать его отличного работника в поле – задача не из легких. Но гончую научить можно только послушанию, позывистости, вежливости, остальному научить невозможно. Чутье, вязкость, голос – это врожденное качество. Мастерство, добычливость приобретаться на гонке. Нужно всегда помнить, что собака, даже щенок, чувствует, волнует, сопереживает, и у каждой свой характер. Для правильного выращивания и воспитания щенку необходима свобода, чистота, свет, полноценное питание. Чтобы вырастить крепкого, позывистого гонца, необходимо никогда не раздражаться, все команды отдавать спокойным, ровным голосом. Никогда не бить щенка. Помните, что перед вами ваш друг, который вас любит, доверяет вам. Страх лишает щенка способности соображать. Ласка, лакомство, определенность в требованиях – залог вашего успеха. Никогда не ловите щенка, не пытайтесь к нему подбежать. Смотрит, наверное, на друга. Начните дрессировку с самых простых команд. Необходимо сразу научить собаку кличке.
прогуливаться с ней, играя, почаще произносить ее и не забывать давать щенку лакомство. Тогда он подходит к вам, и обычно кличка усваивается через 2-3 дня. Мы вышли на дорогу. Бегать не ухать. Кого-то не ухода. Что-то в ноги залезло. Камушек, что ли? Смотрели, зайку отпустила. Идет маровато. С раннего возраста пытайтесь понять его характер. Щенки бывают трусливые и робкие по отношению к окружающему миру. Но если вы это видите, то, что он боится, спокойно его подведите к незнакомому страшному предмету. Поглаживая, успокойте щенка, дайте ему его обнюхать, то, что он боялся. С такими щенками надо побольше гулять на поводке среди людей и других собак, то есть в оживленных местах. Но никогда их не бить и желательно не повышать голос. Прошел, что ли, здесь? Только спокойствием и лаской вы воспитаете хорошего гонца. Да. Там все, да. Чищи, ищи, ищи, давай, ищи, 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 ищи. Вот тут, наверное, надо перейти. Ну, мы тоже уже опоздали. Кто-то хрустит, вылетит, да. Сваться нам уже пришел. Где он здесь мог перейти? Ну-ка, нюхай давай. Ну-ка, может, впервые все свирели, впервые я выпрыгну. Давай, ищи. Ищи. А, вот здесь бы не он перешел. Такая хорошая дорожка. Ну-ка, помнихай. Тут. Тут, понюхай, тут. Ты красавчик? Ай, красавчик. Подраспилась. Вот подраспилась, я подождала на нее. Ну все. Ну куда ты на меня залезаешь? Сиди так, садись в свою жопку и сиди. Сидим, смотрим. Ну все. Молодец. Все, молодец. Манька, все, ушко тебе загрызла. Ну не подлизывайся, ты сразу уж прям... Ну куда ты лезешь-то? Садись на задницу, сиди. Садись. Снега настраиваться камень.